Крупный пожар удалось ликвидировать сотрудникам МЧС в Тверской области. Пламя полыхало на площади 2 гектара и чуть не перекинулось над торфяные месторождения, что могло бы повлечь необратимые последствия. В очередной раз причиной возгорания стал человеческий фактор. В ходе наземного мониторинга было обнаружено горение камыша в труднодоступном месте в районе озера Великое. Существовала угроза распространения пламени на торфяные месторождения. Осложняла ситуацию труднодоступность к месту возгорания. Тушить и доставлять пожарных приходилось на лодках. В ликвидации ЧП задействовали и воздушную технику. Территория Оршинского МХА расположена в Ромешковском районе, но мы все знаем, что это одно большое торфяное месторождение. Там, где происходило горение, торф не разрабатывался, это болотистая местность, которая ранее не осушалась. Но при сильном ветре и если бы пожар принял более такие серьезные формы, конечно, была непосредственно угроза перехода на торфяные месторождения, которые расположены уже ближе к городу. Всего было задействовано для тушения 23 человека и 7 единиц техники. Также тушение производилось для ограничения распространения пожара при помощи вертолета. Было совершено 10 сбросов. По предварительной версии, конечно, это поджог. Все признаки, что произошло загорание именно на береговой зоне, вероятно, это или отдыхающие, или рыбаки.